команда, до этой операции вы действовали просто превосходно. Как бы вы ни старались, на данный момент мы не можем остановить противника. Силы генерала Махмуда слишком велики, и им не может противостоять группа пусть даже хорошо обученных оперативников. Все, на что мы можем надеяться, вывод всех наших людей на безопасную позицию. Тем не менее, у нас есть серьезное препятствие. Силы генерала Махмуда приближаются к зданию американского посольства быстрее, чем мы рассчитывали, но наши вертолеты продолжают эвакуацию персонала в этом районе. Тем не менее, силы охраны посольства долго не продержатся под напором врага. Вы должны отправляться туда и сдержать напор противника до тех пор, пока не будет эвакуирован последний американский гражданин. Все наши юниты в этом районе уже задействованы, поэтому вам придется пробираться пешком. Когда вы доберетесь до здания, быстро оцените обстановку и оцепите периметр здания. Самое главное, чтобы вы установили определенный заслон для тех американцев, которые находятся в посольстве. Они должны выжить. Это очень важно для данного задания. Скорее всего, нашим силам потребуется время, чтобы долететь до вашего местоположения, поэтому приготовьтесь к долгому и упорному сражению с силами генерала Махмуда, стремящимися захватить лагерь. После того, как наш вертолет будет у крыши, вам придется забраться на нее с другими американцами. После этого вы будете их прикрывать во время эвакуации. Команда, за дело! Мы будем ждать вашего возвращения. Задание 1. Добраться до американского посольства. Задание 2. Защитить посольство. Задание 3. Покинуть район вместе с сотрудниками посольства. Так, 9-я миссия. Здорово всем. Вроде 9-я, наверное. Ну да, 9-я. Короче, вчера я пытался пройти, блядь. Прошел практически, но почему-то у меня финиш не сработал. В итоге таймер закончился временем. Они перли на меня, перли. Они уже меня не стреляли даже, у них просто полоска со здоровьем была. Прибейте свою команду в здание посольства как можно скорее. Наши люди не смогут там долго продерживаться. У нас есть снимки посольства с наших спутников. Мы отслеживаем передвижение противника так, насколько это возможно. Пока силы врага достаточно далеко, но нам кажется, что все может измениться. Мы отправляем за вами свой вертолет. Как, блядь, он действительно следующий. Please feed us intel updates as they come. Target neutralized. Все, надо это его добить. Sir, remember the intel reports. We're gonna have to pick our path carefully around the enemy roadblocks and patrols. Тут не пройти. О, падла. Поднакосил чуть-чуть. Внимание, к вам приближается еще одна группа противника. Time is running out. The city is filling with rebels fast. Пиздец, как его замочили-то, дурачка, блядь. А ладно, а кто? Блядь, нарочно хуй придумаешь. Может, и снайпер какой сидит? Чё, блядь? Вы почти около посольства. Time is running out. The city is filling with rebels fast. Enemy sighted. He's on the move. Хорош. Enemy down. Enemy sighted. He's on the move. Tango down. Да, посольство вот оно. Осталось только туда попасть. Хоть эта миссия не черная какая-то, как прошлое. Блин, прошлое вообще пиздец был. Бля, не сгореть бы.
Ну и как туда войти, вот посольство-то, блядь, он сейчас пробежал. Куда он делся-то? Или не тут вход? Блядь, вовремя патроны заканчиваются. А, вон вход. Да. Так и не попадаем. Да, блядь, что-то мешает. Они бы еще, блядь, на весь экран растянули бы эту ебаную, блядь, писанину-то. Так. Да куда добрался? Да как, напиздись это хоть, ебаная. Лось. МКСД. Well now, what have we got here? Looks like our embassy. This isn't such a bad facility. Nice to know our embassies get first-rate stuff. Идите оттуда, ёбаные кретины, блядь! Ой, блядь! Так, вставляем Браво здесь. Где это радио, блядь? Блядь, куда не смотрю, куда не надо. Мне наверх надо. Well now, what have we got here? This isn't such a bad facility. Nice to know our embassies get first-rate stuff. Так. Why do you want to restrain me? I'm not the enemy. Так, ну тут более-менее видно. А, он еще какая-то баба стоит. Может, никаких помещений нету?
Вроде нет. Надо все тщательно, тщательно ошмонать. Ну тут нихуя нет больше, короче. Так, а что по заданиям? Рассчитано найти персонал посольства, взять персонал. Так, а где баба-то? Вот она. Oh, thank God, you came for us. There wasn't room on the last helicopter, so we've been shredding documents for the last two hours. Right. HQ, this is Spectre requesting extraction. Looks like the only area we can secure is the embassy roof. Спектр, вертолет подвергается сильному обстрелу наземных установок. Нам придется разработать другой план, как вас вытащить. Продержитесь все это время в стенах посольства. Roger. We're gonna have to keep holding them off, guys. Conserve your ammo. We may be here for a while. Спектр, нужно быть предельно осторожным. Ситуация постоянно ухудшается. Возможно, ваша команда не сможет справиться с приближающимися силами противника. A force too skilled for my team? There's no such thing. No worries, HQ. We've got this one under control. Принято. Доберитесь до личного состава и уходите из этого района как можно быстрее. Copy that. We'll hurry. Ближе подойдите. Противники приближаются к лагерю. Кажется, что они хотят подобраться к главному входу. Ясно. Тогда занимаем позишн. Блядь, баба, ты что делаешь, сука? Я ж тебя остановила, урода, блядь. Ой, блядь, курва. Блядь, мне уже бегут, сука. Подожди. Все, вот тут стой. Все стоит. Шахид, что ли, блядь? Чё, где они? Блять, 8 минут целых, пиздец. Хорошо ложатся. Еще больше противников подбирается к зданию. Неудивительно. Молодцы, бойцы. Дальше в том же духе. Они сами отстреливают, я могу даже не мешать. Просто лежать можно, не париться нам.
Дэн! О, у них у самих нехерово получается. Блять, нахуя ты патрон трачет? Но где они? Новые бегут. Бля, еще целых 5 минут, 6 почти. Хоть бы она опять не забавилась, блядь, беда будет. Чувак, вот ты лег удачно, блядь. Еще бегу, да сколько их, блядь, заебали. Блядь, чувак, вот ты лег, удачно. Ладно, я тоже постреляю. А то патронов у меня много будет в конце, блин, тратить. Тут главное, чтобы вертолет пролетел. Вчера он нахуй не пролетел, наверное, вчера минут 20, наверное, стреливал. Должны снайперы какие-то появиться, надо снайперов, блядь, поубивать будет, ну. Враг только что разбил окно, и за третьим даже будь осторожен, чтобы враг не оказал за вами. А вот тут уже начинается веселье, блядь. АК-47, братан. Блять, не то нажал. Пусть они за проход смотрят, короче. Ждем снайпера, должны снайперы быть. Где они, блядь?
Где снайперы? Чё-то не видать снайпера. Здание со всех сторон окружают врага. Вот. По нашим данным, это могут быть снайперы. Контакт! 9 o'clock! Танго eliminated! Keep an eye out for snipers. I can almost feel them out there. Got me a bad guy! Нихуя себе контакт, нахуй. Блять, они прячутся, суки, ебаные. Да блять, как тут нихуя себе, блядь. О, козёл, блядь. Блять, опять какую-то хуйню какую-то не ту нажал. Так, вроде снайперы все. Иди сюда, блядь. Молодец, молодец, давай, поднимайся, поднимайся. Все, сидите здесь, на. Но. Пиздец, вы че, ебанутые нахуй, ебать, или че? Ой, блядь. Мандал, иди сюда, блядь. Давай, 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 шустрее, не стой там. Нахуй ты туда зашел, ебанько. Иди сюда. Все. Skytop to Spectre, come in. I read you, Skytop. Go ahead.
Time inbound to your location, Spectre. ETA 20 seconds. Так, осталось взять персонал тут. Roger. My team and the embassy staff are moving to the roof for extraction. Spectre out. The chopper's coming. Let's move to the roof. Хоть раз, сейчас вот вы точнее хоть он возьмется или нет, вчера он хуй взял скрипок. Sir, we should deploy red smoke. Блять, а как смог кино? Не кидается что-то. Может, у них смог? Да нихуя тут нет смока никакого, ёпт. О каком смоке хоть речь идет, ёпт? Ну и что дальше делать? Ну и что? Блять. Взять персонал. Ну а дымовая граната не кидается. Блять, что за ебатня ты, блядь? Спана кидалась, блядь. Нихуя, а как? Какой-то бред, блядь. Нету, у меня нету красной гранаты. И что делать надо? Где она? Нету. Ну вот написано, красную гранату надо кинуть. А может надо слышь, подожди. Не, нихуя, нельзя гранату кинуть. Такая ж... Skytop to Spectre, come in. А что тут делать? I read you, Skytop. Go ahead. Time inbound to your location, Spectre. ETA 20 seconds. Tango eliminated. Roger. My team and the embassy staff are moving to the roof for extraction. Spectre out. The chopper's coming. Let's move to the roof. No. Enemy down. We should deploy smoke for the helo. Smoke? Где тебе выебу смок-то? О, нет. Блядь, короче, возобновлю-ка, разберусь нахуй. Блядь, кто мог подумать? Смог-то у меня, блядь. Sir, tango down. Spectre... Знаешь, надо нормально кинуть, блядь. Хуёво кинуло. Skytop to Spectre, come in. Куда ты его зашвырнул, блядь? I'm inbound to your location. Блять, надо нормально, а то нахуй пролетят не туда, нахуй. Вам вниз пролетят за мной, блядь. Skytop to Spectre, come in. I reach a Skytop. Go ahead. Нормально. I'm inbound to your location, Spectre. ETA 20 seconds. Enemy down. Roger.
My team and the embassy staff are moving to the roof for extraction. Spectre out. The chopper's coming. Let's move to the roof. Я думал, по команде он смог кидать, а оказывается, он у меня был. И чё, и где этот смог ёбаный, блядь? Spectre, I see your smoke. We're gonna come in, lay down some covering fire, put it on the deck for a fast extract. Be ready. Skytop out. Неужели задымилось что-то, блядь? Сама взят. Хорошо. Еще одно отличное задание. Посол будет обрадован тем, что все его люди в безопасности. Превосходная работа. Задание выполнено. Штаб, конец связи. Ну и где... А, вот. Мы подвергаемся сильному обстрелу со стороны вертолета. Похоже, что у нас есть положительные результаты. Now that's the way to get the job done. А бонус оно не сделан, да его хуй с ним. Дальше. Ничего страшного. Не вижу вообще. Поздравляю с еще одним выполненным заданием. Напряжение было высоким, но мы в вас ни капли не сомневались. Вы, наверное, обрадуетесь, когда узнаете, что ваша работа в Алжире завершена. Последний американский гражданин покидает с вами эту страну. Правительство продолжит контролировать местную обстановку. Мы не думаем, что сопротивление генерала Махмуда будет долго продолжаться на этот раз. Наверное, со своими проблемами эта страна справится сама. Возможно, она сама ликвидирует нового диктатора. Так это или нет, покажет время. Следующий область действия России. О, Россия, родная, страна. Что там-то хоть кто, хоть там террорист будет, хоть интересно играть будет. Да. Ладно, сейчас тут новая кассета начнется, продолжим всю серию.